Приуральцы протягивают руку помощи пострадавшей стране. После землетрясения в Турции потрясенные казахстанцы вместе собирают гуманитарный груз. Несут кто что может. Предметы одежды, лекарства и деньги. С теми, кто решил поддержать братский народ, встретилась наша съемочная группа. Айжан Койбагарова приехала в Уральск из Теректинского района с одной целью – поддержать пострадавших от землетрясения. Турция – это братская страна, считает женщина. А на фоне трагедии мы все вместе должны поддержать попавших в беду. С собой жительница района прихватила одежду и лекарства. Говорит, так должен поступить каждый. Я решила не оставаться в стране. Привезла теплые вещи, пледы, медикаменты кое-какие. Считаю, что именно в таких трудных ситуациях нужно объединяться, несмотря на нации, на религии. Уральские очень отзывчивые люди, поэтому я тоже присоединилась. Отделение для приема одежды, еды и медикаментов развернули в самом центре Уральска, на стадионе «Юность». Все, принесенные волонтеры аккуратно складывают и проводят ревизию. Акция помощи стартовала вчера вечером. В ней уже приняли участие около 20 человек. Не случайно, кстати, центром сбора определили именно это место. Мы именно гуманитарную помощь собираем на стадионе «Юность», так как, во-первых, это у нас в центре города, он удобный для жителей города Уральска, а также он является очень большим, и мы можем тут собрать больше помощи. Наша задача является собрать больше помощи и отправить это жителям, пострадавшим в Турции и Сирии. Стоит отметить, что в акции поддержки может принять участие любой желающий. Прием предметов одежды, еды и медикаментов проходит на стадионе «Юность» без выходных с 9 утра до 9 вечера. Алексей Кочемасов, Талгат Муратбаев, Асламбек Саламатов, Колыбек Акрап, телеканал Акжаик.